представь, что ты в моем кафе. Это меню. Я жарю яйцы. Берем. Я вижу помидоровы. Бери их, бери. Я Нубик, бизнес-вумен. Как мне уже надоела эта домашка. Сделаю только математику. Все, домашка готова. Можно побездельничать. Чтобы посмотреть. Нет. Тоже нет. Нет. О, Человек-паук. Что-то мне скучно. Где же Костя? Костя! Костя! Костя, ну где ты? Где ты? Костя! Костя! Нубик, что ли, кричит? Костя! 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 Привет, Нубик, что случилось? Что ты кричишь? О, Костя, привет! Сейчас что-то покажу тебе. Показывай. Вот, смотри. У меня тут кафешка. Я Борьке продаю еду за золото. И что, Борька покупает? Да, он ходит, добывает мне золото. Очень-очень много золота. И потом отдает мне, а я ему еду. Я Нубик, бизнес-вумен. Ты, наверное, хотел сказать бизнесмен. Ну да, как-то так, наверное. Круто, молодец, Нубик. Но Борьке уже, по-моему, хватит есть. Да нет, он всегда голодный. Это ж Борька. И вообще, Нубик, золото это как бы так себе ресурс. Не самый нужный. Ну чё ты? Золото это круто. О, Костя, тебе смс-ка пришла. Да, я вижу. Чё там? Чё там? Покажи. Другу новый велик подарили. Ого себе. Ничего себе. Крутой велосипед. Да, вообще классный. Тоже хочу себе велик. Самокат надоел. Ну так чё ты, давай покупать. Давай зайдём посмотрим, сколько стоит. Ого себе, 11 тысяч. Ничего себе. Да, Нубик, это дорого. Сейчас посмотрим, сколько у меня тут в копилке. Ай, ты свинюху сломал. Зачем? Нубик, это же лего. Я потом починю. Ну чё, сколько там? 3000 миллионов? Нет, Нубик, всего 3000. Ой. Без миллионов, к сожалению. Ой, это мало. Да, Нубик, на велик не хватит. Пойду у мамы спрошу. Мам, смотри, какой велик. Давай купим? Да, крутой. Но давай не сейчас, а ближе к лету. Ну хорошо, я еще у папы спрошу. Алло, пап, я хочу велик, давай купим. Мне не хватает всего 8000. Кость, я сейчас занят, давай потом поговорим. Ну хорошо. О, Костя, я придумал. Ты тоже можешь кафе открыть и продавать еду. Ты же умеешь готовить? И кому я буду ее продавать? Борьке, что ли? Ну как кому? Маме, конечно. А кстати, это идея. Надо сделать меню. Ух ты. Буковы. Меню. Правильно, Нубик. И что будет в меню? Что-нибудь придумаем. Хорошо. Сначала надо в магазин сходить за продуктами. О, круто, я с тобой. Хорошо. Ого, сколько тут всего. Сюда Борьку нельзя. Он тут все сожрет. О, яйцы! Костя, яйца бери! А вон молоко тоже надо! Берем!
Ух ты, ух ты! Я вижу помидоровы! Бери их, бери! Круть! Все, Люк, я закончил меню. Я яичница. Всего 1000 рублей? Все так дешево, а? Да нет, Нубик, это нормально. Это и так очень дорого. Ну хорошо, но я бы сделал подороже. Мам, сегодня обед буду готовить я. Ух ты, почему? Ну просто представь, что ты в моем кафе. Это меню. Ну хорошо, давай посмотрим. Что-то дороговато у тебя здесь. Зато все будет вкусно. Ну давай попробуем. Что у тебя здесь? Яичница, бургер, вкусняшка и суп. Давай я возьму яичницу и попробую, что тут у тебя за вкусняшка. Отличный выбор. Договорились. Начнем с яичницы. Нам нужно яйца и соль. Смотрите, это же яйцы. Давай, Костя, круши его, круши. Вау, круть. Теперь второе. Вау. Теперь соль. Олег, у меня телефон звонит. Ага. Посмотри, чтобы не пригорело. Да, да, хорошо. Вот это да. Я Нубик-повар. Я жарю яйцы. Нубик, почему ты меня не позвал? Она же пригорела. Ну что ты? Я не знаю. Нубик, вот ты все-таки Нубик. Я думал, так и надо. Будем считать, что готово. Ага. Для красоты помидорчик. Да, да, круть. Теперь сделаем вкусняшку. Ух ты. Сделаем смузи из апельсинов и яблок. Я думаю, прикольно получится. А я думаю, нет. Это разве коктейль? Надо обязательно добавить молоко. Апельсино-молоко? Думаешь, будет вкусно? Да, да, я так 100 раз делал. Будет круто. Ну давай попробуем. Ага. Лей побольше. И еще надо добавить помидорковы. Мама, они сюда вообще не подходят. Да, конечно, подходят. Борьке так нравится. Значит, и маме понравится. Ну давай приготовимся. Закрываем. Ой-ой, что это? Смотрите. Что-то мне даже страшно немного. Наливаем. Вот это да! Волшебная жижа получилась. Это зелька для мамы. И украсим апельсинкой. Ага. Ну так смотри, все прикольно получилось. Да-да, это потому что я тебе помогал. Я Нубик шеф-повар. Мам, вот твое первое блюдо. Что тут у тебя получилось? Ну, будем пробовать. Знаешь, вкусно. Немножко пережаренное. Вот вкусняшка. Выглядит красиво. Попробуем. Ну как? Странный вкус. Это по рецепту Нубика. Что-то здесь лишнее. Кость, ты же это все ради велика придумал, да? Да, я его очень хочу. Ну хорошо, иди заказывай. Ура! Ну что, Кость, ну что, маме понравилось? Да, очень понравилось. И она разрешила заказать велик. Ура, ура, вот это круть! Новый велик. Иди, будем выбирать. Вот, вот этот оранжевый. Да, да, оранжевенький. Вау! Все, заказываю. Скорее бы пришел. Ага, везуха тебе. Кстати, тут не забыл. Мы с Костей есть в Инстаграме. И еще в лайке. Ссылки будут в описании к видео и в комментах. Вот. И еще лайк обязательно поставь. И подписаться не забудь. Мне надо. Что-то я тоже захотел погонять на велосипеде. Юху! Борька, капитан Улитка, догоняй! Юху! Ой-ой, я Нубик, голова кубик, руки крюки, фиолетовые брюки. Умею ходить и странно говорить. Немножко туплю, но вас люблю смешить. Ты не ленись и подпишись, лайк мне поставь
и улыбнись. А если ты жадина, то лайк оставь себе, и я буду грустным.